Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем наше выживание в Средневековье. Ну что ж, к нам пришли за Стивеном и говорят, что он принадлежит им. Отдайте раба. Но мы, естественно, не сдаем. Ох ты, смотрите, их сколько пришло. Дофига. Это откуда они? Отсюда. Ладно. Ты. Все домой. Ну, а вы, собственно говоря, тоже все сюда. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все сюда, враги начинают атаку. Куда вы пойдете? Они пойдут с этой стороны. Ребятки, все сюда. И вы тоже все вот сюда. А, нет, они пошли все-таки туда. Наверх. А вы сюда. Даже не сюда. Они пошли вот сюда. Забегайте, давайте. На стену. Давайте быстрее. Как быстро, смотри-ка. Давай по лучнику. Отлично. Поэтому. Молодцы. Молодцы. Теперь сюда. Поэтому. Да вы чё? Туда. Сюда. Победа. Спускаемся. Давай за ними. Ну, мы не успеем, ладно. Все, можете расслабить булки. Вот это надо починить. Но я думаю, вы сами допрете как. Так, а как ставить? Вот так. Вот так. Вот так. И здесь, соответственно, тоже все можете забирать. Но это было несложно. Наша оборона дает свои плоды, которые мы строили довольно-таки долго. Так, надо опять только поставить погребальные костры. И, в принципе, все.
А где они у нас? Я и забыл. И костры давайте поставим вот здесь, потому что они их в первую очередь сносят. Пусть их будет побольше. Ну все, погнали, ребята. С едой у нас проблема, да? Ну, рыбка еще есть, рыбку еще половим, как говорится. Да, сами пошли чинить двери, которые разломали. Но двери выдержали, что самое главное. Так, охоту я поставил, да, на оленя. Давай добивай лису. Лиса напала, падла. И чё ты? Добиваешь ее? Да, добил, молодец. С едой вроде бы определились. Они у нас ловят, смотрите, как прикольно, сразу же отсюда. Плюс, я думаю, если такая возня, то грунтом мы с вами заделываем вот здесь все. Я думаю, что теперь вода нам не страшна. Стоп, не так. Ну и, соответственно, здесь. Опять же, надо будет много копать, но оно того стоит. Тут у нас должно получиться все хорошо. Но если что-то пойдет не так, соответственно, переделаем. Но я не думаю, что что-то может пойти не так. И продолжаем тогда выкапывать все вот здесь. Скоро уже нам будет доступно что-то по камню. А камень у нас вот здесь делается, да? Его начали делать. Да, начали делать. Соответственно, скоро мы достроим. Ну и верх обороны тоже будет достроен. Поэтому у нас будет сложнее попасть. Лучником так, а олень. Давайте вот эту приручить и вот эту приручить. Попробуем приручить самку и самца. Грязь нам нужна. Постоянно забываю, здесь бесконечно ставим сжигать. Ну, потому что они их рушат, а нам потом с этим живи, да? Но количество нападавших уже увеличивается постепенно. Зиму мы пережить вроде как должны.
едой у нас пока что не так все хорошо, как хотелось бы, но в остальном дело пошло. И как они по ловушкам бежали, им пофиг, да, насколько я понимаю? Ну, сейчас достроим верх обороны. Достроим вот здесь. И, в принципе, будем тогда думать по поводу еще усиления обороны. Ну, волки едят тела. Угощайтесь. Мы не против. Можно, в принципе, сделать всем лучников. Зима схватила поселение Фирленд ледяной хваткой. Ну, это понятно, да? Что зима пришла. И рады. У всех должна быть зимняя одежда. В первую очередь. Так, на тебя надо какую-нибудь одежду посмотреть. На тебя вот я вижу уже экипировать. Кольчужный шлем плохое. 78. Ладно, пока в этом походишь. Ты на вот этот одень. А тут что нам выпало? Тоже вот экипирую этот. У тебя ничего нет. На, тоже шлем тебе. С остальным потом разберемся. Легкий доспех у всех есть. Так, эти достраивают потихонечку. Дерево, слава богу, дофига. Тема, как у тебя... Не удалась постройка. Ты, блин, строитель в 100-м поколении. Так, дикий лен. Давайте его срежем. Ну и все, а известняк мы, наверное, вот здесь с вами будем добывать, насколько я понимаю. Потому что нам надо гору же какую-то, чтобы добывать известняк. А с горами у нас здесь печальненько. Зато животные довольно дикие. У них халявный кушот. Нам бы вот транспортировку. Мне вот тела только не надо. А остальное в приоритете надо. Это нам не надо. Вот это тоже не надо. А вот это тащить быстрее надо в дом, чтобы не пропало. Потому что это важно.
вроде все. Продолжаем. Так, здесь достраивают. Рыбка ловится, в принципе. С мясом проблема. Тут закапывается. Так что вроде все хорошо. Капустка растет. Кстати, а тут у нас что? Льняное поле, лен сажают, да? Понятно. Солома у нас есть. Ресурсов 40 из 50, но надо соточку поставить минимум, чтобы было вот как-то вот так. Так, ну все пошли спать, ладно, и у нас наступает уже практически зима. Вот в эти комнаты надо поставить жаровни еще. А не то я забываю про это. Потому что греться же им тоже надо. Так, здесь стоит. Здесь стоит. А у тебя стоит жаровня? Да, стоит. Хорошо. Ждем-с, как говорится, да? И если у нас основные набеги идут сюда, то мы сейчас вот так все ловушками здесь тоже заделаем. Поставим еще два костра погребальных. И все оградим ловушками, чтобы они нападают на них, соответственно, попадают на ловушки. Ну а мы их начинаем отстреливать в это время. И они приносят важные для нас ресурсы также. Ну и различную одежду, что тоже немаловажно. Так, кто-то там бегает, приручает животное. Но у него приручение самое лучшее. У нас из всех. Поэтому я его заставил этим заниматься. Плюс зимой, вроде как сказали, лед можно добывать. Лед, скорее всего, с реки. Лед нам надо хранить на складе, где у нас еда, и лед охлаждает вокруг себя все. Это я где-то увидел или прочитал, уже не помню. Но это важно. Давайте, копайте. Потому что с этой дыркой нам надо решить уже раз и навсегда все. У нас, видимо, нет места. Да. Надо построить военный склад. В принципе, пусть... Время идет, торговый караван, сейчас посмотрим. Сделаем его вот так. Ну и, соответственно, вот так. Так, здесь нам надо что? Здесь нам надо как-то поставить перегородку. И крыша из дерева нам нужна.
Вот таким образом. Дверь обычная. Вот сюда. По поводу пола. Пол тоже нужен обычный. Вот так. Ну и пора, я думаю, уже здесь тоже продлить. Кстати, началась постройка кузни, что немаловажно. Вот так. И вот так. Так, торгаши к нам пришли, да? Кто? Балдред, по-моему, да? Нет. Геральт, красноречие у него. Иди узнай, что им надо. Что мы можем тебе продать? Вот это. Еще вот это. И вот это. Итого на 124. Что мы у тебя можем купить на 124? Вот что интересно. Козу, женщину, да? Коза же. Ну, козу, пожалуй, нам надо. А, это наша коза. Нет, нам будет сюда козу обратно. Так. На 124, говоришь, да? На 124. Что ты нам можешь предложить? Таран из металла. Учебник. Ну, учебник как бы нафиг нам не нужен пока. Цепь. Такое себе. Глина, кости. Шаперон. Не знаю. Треугольный щит выдающийся. Звучит круто. Стол перспективных исследований. Он стоит дофига. Семя трав это у нас. А золото здесь не бывает просто золото. У нас, кстати, 4 кошки стало уже. 2 Ж и 2 М. Так, ладно. Шлем, ну, дорого. Капюшон, дорого. Большой топор. Давай топор. Будешь? Ну давай, тащи топор. Хотя бы топор пригодится. Так, схватил тело, потащил. Тела можно же сжечь. Бесконечно. Везде стоит бесконечно. Все, можете тела трогать тоже. Чтобы они только не мозолили глаз.
Так, по еде пока выживаем. Пока хорошо. Плюс молочко. А чё мы не достроили кузню? А, не хватает? Понятно. Недостаточно ресурсов известняк. А вот с этим у нас проблема. Зимой я сейчас его не найду, наверное. Хотя вот это вот что? Глина? Можете просто забрать. Вот здесь у нас что было? Глина. Глина. Все глина. Ладно, ждем тогда следующего сезона, пока будем заниматься маленечко не тем. Вот здесь я вижу, что я неправильно сделал. Разберите, пожалуйста. Давайте зимой хотя бы дырку закопаем нашу. Великую Марианскую впадину, не знаю, как назвать. Она уже настолько задолбала, если честно. Топор заберите домой. Кстати, а Гарольд у нас может стрелять лучше. У него ближний бой 4. По идее. Давай-ка мы исправим. Гарольд, где у нас тут луки? Короткий, короткий. Короткий, короткий. Короткий. Ну, у нас все короткие, да, похоже? Давай, вот это бери. О. И настало время, скорее всего, маленечко сделать по-другому. А что у нас тут запрещено стоит? Почему нельзя трогать? Можно это трогать. Трогать нельзя стоит. Странно. Ладно, пока не будем переделывать. Началось строительство склада. Что-то еще долго строят. Пока что не понимаю, что. А, это эти делают луки и, соответственно, все остальное. Скоро мы сможем переплавлять это все дело. Это все уберите отсюда побыстрее, а не то валяется, воняет. Труп врага догнивает на складе. Чего? Какой еще труп врага на складе? Нет тут трупов, не врите мне. На каком он складе догнивает? Непонятно. Так, а вот здесь что у нас? Грязь, грязь, грязь. Грязь это...
очень важный инструмент, ребята. Мы же ей заделываем дырки у нас в полу. Тут крыша пошла строиться. Ну и все легли спать, соответственно, да? Стивен. А Гарольд где у нас? А, странное решение. Ну ладно. Жители страдают от холода. Чё ж вы без руки-то такие? Сами включить не можете. Да вроде везде все включено. Просто один кто должен пройтись и поджечь их, блин. Тупицы вы. Чё, никто не занимается у нас домашними делами? Давайте поставим. Срочная транспортировка нет. Вот, управляющий. Кто у нас меньше всего делает? Стивен, наверное. Вот ты. Давай, будешь управляющим, Озгут. Давай, делай вещи. Разожги у всех все, чтобы все было хорошо. Вот, кстати, и ловушки он деактивирует начал. Ну и, наверное, будет также заниматься внутри всем. Животные встают тоже, походу, активируют ловушки, насколько я догоняю. Не все доделал, бежал. Странный. Так, вот таким образом, и здесь мы делаем склад тоже военный. Склад. Склад по умолчанию пока что. И теперь вот это все дело. Скопировать нельзя, да? Скопировать. Вот сюда вставить. Все, поехали. Дальше. Эти тут нарубали дел еще дофига. Ну а так мы движемся с вами в правильном направлении, я думаю. Крыша сделалась. Тут сейчас достроится. Склад у нас появился новый. Все идет по плану.
Почему вы жаровню не включаете? Топливо. Какое топливо вам надо, непонятно. Дерево, может быть. Так, дерево, вон у вас дофига. Вырубай, не хочу. Жители измождены. Так, ну зато зажгли все жаровни, которые надо было. Все-таки додумались, да? И тут они должны быть включены, но пока что почему-то они не работают. Так, начали перетаскивать сюда. Откуда здесь дерево? Монета, золотая монета. Все-таки мы можем, да, золотые монеты сюда затаскивать, оказывается. Но это другой разговор. Пишут, что вроде как у нас не хватает дерева, да? Ну давайте поставим вот, нате вам дерево. Тут еще есть дерево, кому сильно охота было много дерева. Вот, все, можете развлекаться начинать. Так, у нас просадка по еде пошла. Наверное, надо ягоду собирать. А то мы так с голоду помрем. Или рыбачить, да, по крайней мере. Так, это не надо. Нам рыбалка нужна. Вот раз. А рыбы-то не сказать, что много. Я бы даже сказал, совсем немного. Давайте лису убьем. Кого тут еще найдем? Красная смородина. Давай добудем. Наша пусть пока созревает. Живности тоже в округе что-то не густо стало. Может быть, не густо ее стало как раз из-за того, что мы леса повырубали. Так, оленей приручай, вепря убивай. Лису убивай. Вепрь. Оленя приручай. Может быть, получится оленя приручить. Вот волк тоже мясо. Мишу пока не трогаем. С Мишей нам рано. Ну, давай, этих тоже убиваем. Так, ну вроде бы все. Так, вот это мы передвинем. И вот это тоже. Вот сюда. И побольше ловушек, соответственно.
если они все так жаждут поломать эти костры, пусть сломают. Я не против. Но через ловушки, пожалуйста, ломайте их. Не знаю, сработает или нет. Но я думаю, что да. Они сверху отстреливают их, пока эти... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И убили нашего Балдреда. Ну, блин. Ну, обидно, досадно. Но я думаю, что мы в следующей серии, я это переиграю с последнего сохранения, и мы продолжим с ним живым. Потому что я не знал, что вепрь так легко может его убить, и он будет тупить. Теперь на будущее я буду знать, и на охоту мы будем ходить толпой. Подписывайтесь, дорогие друзья, на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии и пожелания по каналу. Я обязательно всем прислушаюсь и всем на все отвечу. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!